Сарии Бжане 11 лет. Она живет в Сухуми, учится в 4-й школе в 6-м классе. Это жизнерадостная девочка с необыкновенно красивыми, улыбчивыми глазами 6 лет назад заболела диабетом. Но это не мешает ей радоваться и жить нормальной жизнью. И вот уже 3-й год подряд Сария участвует в детском диабетическом лагере. Мне с сахарным диабетом живется нормально, вообще не беспокоит, но иногда вот когда поднимается сахар, мы делаем укол, когда он спускается, мы что-то кушаем. Мои друзья, например, в школе, они относятся нормально, ничего не говорят, больше всего они тоже переживают, типа спрашивают, какой у тебя сахар, высокий, низкий. Бесплатный детский диабетический лагерь «Диабетапсны» носит ежегодный характер. Вот уже 3-й год подряд по инициативе диабетического общества Абхазии. У детей нашей страны с сахарным диабетом есть возможность общаться, а у их родителей обмениваться опытом. Ведь главная цель лагеря – это объединение диабетического сообщества и приобретение новых знаний в мире компенсации диабета. В организации данного лагеря нам помогло Министерство по туризму. Выражаем благодарность руководству гостиницы «Айтар», которые приняли нас и неделю терпели нас с нашими детками. Огромное им спасибо. Главной целью диабетического лагеря – это, конечно же, в первую очередь обмен опытом между мамами, потому что мы приглашаем сюда детей и их родителей. Для нас очень важно, чтобы дети привыкли, научились жить со своим диабетом, чтобы они его не воспринимали как что-то чуждое, потому что ребенок с диабетом, он такой же ребенок, как и все остальные. Диабет становится неотъемлемой частью их жизни, и жить с ним правильно, грамотно, именно этому мы их обучаем здесь. 15 детей из всех районов Абхазии имели возможность послушать ряд лекций от российских экспертов, узнать о новейших гаджетах, облегчающих жизнь диабетиков. Также была возможность пообщаться с психологом. Это в большей степени было необходимо детям, которым диагноз диабет был поставлен недавно. Так как, к сожалению, на сегодняшний день у нас нет детского эндокринолога в Абхазии, мы приглашаем сюда специалистов из России. А в этом году у нас была доктор, детский эндокринолог, заведующая детской эндокринологией Сеченова. Она читала ряд лекций, обучала детей, она здесь оставалась вместе с детьми, помогала с дозировками инсулина, обучала, как правильно жить, как правильно вводить инсулин, сколько есть, абсолютно всему. Из Калининграда, когда 3-й год подряд приезжает специалист в области диабетических гаджетов. Технологии идут вперед, каждый год выходит что-то новое, чтобы облегчить жизнь человека с диабетом и обучать наших детей именно как жить с этими гаджетами, как с ними жить, как их настраивать. Именно такой специалист тоже к нам приезжал. Каждый год я приезжаю и что-то новое рассказываю, потому что мир диабета не стоит на месте, у нас появляются новые сенсоры, новые помпы. На данный момент у большинства детей стоит сенсоры глюкозы, мониторинг фристайл либра первого типа. У кого-то с трансмиттерами, у кого-то нет. Это позволяет лучше компенсировать диабет, видеть, что с твоим ребенком не так, удаленно за ним наблюдать. У многих стоят инсулиновые помпы. Это облегчает течение тоже заболевания, потому что ребенка каждый раз не надо колоть, прокалывать. И детям становится легче. Детский диабетический лагерь проходил 16 ноября. Завершая мероприятие, детям вручили грамоты за активное участие. Диабетическое общество Абхазии на сегодняшний день помогает детям социализироваться в обществе, что немаловажно. В первую очередь, вы можете заниматься спортом, это вам даже помогает в какой-то степени. Поэтому не хочу, чтобы вы руки опускали в какие-то моменты. Занимайтесь спортом, занимайтесь тем, что вы будете развиваться. Мечтать также можете, как и все. То есть не нужно себя считать какими-то не такими детьми. Вы такие же, как и все. Я, например, с самого детства должен следить за своей диетой, потому что я вот такой вот становлюсь большой. Мне всегда нужно за своим весом следить. И поверьте, только хорошо, потому что вы будете кушать правильные вещи. На сегодняшнее время много химии, много чего в магазине продается, то, что вам не нужно. Поэтому вы даже больше будете замотивированы, чем остальные люди. Хотелось бы сказать спасибо данной общественной организации, что она помогает. И на сегодняшний день
помогать детям – это первоочередное не только общественной организации, но и всему народу и всей стране мы должны помогать детям. Не приговор, это образ жизни. Если не запускать болезнь, с современными препаратами при правильном образе жизни можно сохранить здоровье. Лаура Капш, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.